центре Челябинска чуть не сгорел известный бар. Об этом рассказала сама хозяйка заведения Татьяна Мизюрина. Бизнес-леди до сих пор не понимает, кому могла насолить и что могло стать причиной поджога. Все подробности в материале. Это то самое место поджога. Вспыхнул утеплитель. Владелица заведения Татьяна Мизюрина говорит, обо всем узнала от подчиненных. У нас менеджер делал плановый обход заведения и вот обнаружил вот это вот место. Татьяна уверена, что ее бар пытались сжечь, ведь ранее против ресторатора выступали градозащитники. Они заявляли, что здание потеряло свой первоначальный вид из-за современного ремонта, а ведь оно представляет историческую ценность. Я как собственник бизнеса, я несу ответственность исключительно за внутреннее состояние помещения. То есть, что касается фасада, крыши, это уже ответственность собственника. Ну, в соответствии с тем, что в заведении было очень холодно, решили сделать утепление снаружи. И вот начались вот эти строительные работы, хотя на самом деле, как показал уже вот этот случай, да, с поджогом, это не горючие материалы, которые на самом деле, я считаю, что спасли жизнь данному объекту. Виновными Татьяна никого не считает, но и чистой случайностью это ЧП назвать не может. И я уверена, что это сделано целенаправленно, потому что от сигареты или от какой-то там случайности такого бы большого, ну, клочка поражения не было бы, потому что материал, из которого произведено утепление здания, он не горючий. Теперь полицейские начали свою проверку. В УМВД подтвердили факт обращения девушки в полицию с заявлением о поджоге. Татьяна Лаврова, Андрей Грищук, 31 канал.